Всем привет! Меня зовут Павел Светченко, а это Евгений Ворощукин, управляющий активами Алготрейдинга, да? Ну. Вот. С Евгением мы встречались год назад, да? Где-то так, да. Мы пошли работать. Да, и вот очередная наша встреча. Нормально как раз в год встречаться, да? Да, даже чаще, мне кажется. Да? Чаще? Посмотрим по ситуации, все вопросы будут, то может чаще встречаться. Ну да, если мы здесь будем появляться, в последний год мы начали появляться. Живем здесь в Екатеринбурге, поэтому есть возможность встретиться. Вот, так мы Женя когда-нибудь убираться потом тоже, да? Обязательно. Ну и посмотрим, как продвигается у него торговля, что нового на рынке сейчас, что изменилось, как что поменяется. Ну, давай уж тогда начнем. И первый вопрос, я думаю, общая направленность, которая многих интересует, но чтобы так тему разбавить, это что будет с долларом? С долларом? Да. С российским? Относительно рубля ты имеешь? Да, да, да. Ну, я думаю, что соточку мы должны все-таки увидеть. Соточку рублей за доллар, я думаю, что ближе к концу следующего года, я думаю, что в этом году начнется падение рубля, да, в следующем продолжится. То есть, ну, если смотреть в целом на ситуацию на мировых рынках, то сейчас очень низкая волатильность в целом в мире, и в России в том числе. То есть такая предкризисная волатильность, скажем так. По аналогии с 2007 годом, с 1997 годом, да, то есть перед таким глобальным кризисом. Я думаю, что сейчас народ повторится нечто то же самое, потому что индекс страха на минимуме, то есть инвесторы ничего не боятся. Я думаю, что должны быть сильные провалы в ближайший год. Все-таки ничего не изменилось в прошлой встрече, то есть, да, думаю, все по-прежнему, да. Все будем, да? Да, то есть уровень перекредитовывается, да, по миру, он зашкаливает, особенно в Китае, да, вот долговой кредит, он может скоро бомбануть, и как бы по всему миру это уже кажется в этом мире, и на нас в том числе не обойдет страной. Ну вот сейчас мы затронем тему криптовалюты тоже в конце попозже, да, то есть многие очень об этом говорят, о блокчейне, о криптовалюте, и тоже это все связано. Тоже скажем об этом, тоже вопрос задам. А так вообще ты уже больше 10 лет, да, на рынке? Ну да, 10 лет. С 2007 года пришел на рынок. Перед кризисом 2007 года. Ну, с конца 2007, то есть 10 лет уже по сути. Недостаточно успешно продвигаешься на этом поприще? Ну, сейчас, да. Ну, я года 3 терял. 3 года я не зарабатывал, учился, да, постепенно сливал. Потом как уже, когда очень много потерял денег, то после этого начал учиться и работать над ошибками, и как-то уже начал в плюс выходить. Ну и начал использовать роботов, да? Да, то есть я понял, что по тренингу, по психологии я не могу себя контролировать, да? То есть я решил доверить дисциплину роботов, они более надежны в этом плане. Ну и что в итоге, вот когда же начал работать с роботами, ты же начал вести открытую торговлю, да? Ну да. И что вот с твоим портфелем? Когда начал и что в итоге происходило, какие там просадки были? Да. Ну, слушай, вот на коммуне месяц, да, на финале, да, который, да. Ну, вот ему уже сколько, более 3,5 лет получается, по счету. Если вот что-то при инвестировании считать, как вот показывает коммун именно, там сейчас около 250% уже стоимости года. Но что-то при инвестировании считает, ну, там в среднем получается где-то около 40-50 годовых в среднем. То есть просадка была максимальная 27%. То есть если смотреть, ну, в среднем отношение доходности к риску где-то 2 к 1 примерно. Ну, это не считая еще инвестиционного портфеля, то есть если говорить о том, как я управляю активом, у меня часть на роботах, на фьючерсах, на срочном рынке, да, вот на этом счете, а часть инвестиционная, там, на надежных акциях, облигациях российских наших, там тоже небольшой процент идет, там, 5-10 годовых, практически без риска, без риска заполнения. Но ты торгуешь, получается, на российском рынке, и несмотря на то, что вроде бы у нас Россия развивается в направлении, ну, то есть зарубежных рынков постепенно приходят, там, петербургская биржа там дала, да, выходы там, да, на зарубежные рынки, вот, то ты продолжаешь где торговать, на России? Пока, да, Россия, то есть московская биржа, фьючерсы Форс и МВБ в основном, ну, в том числе и опционы.
пока мне кажется, на России все устраивает. Волатильность в целом гораздо больше, чем на Америке. Ну и относительно затрат тоже намного дешевле торговать получается, чем на западных рынках. То есть меня в целом все устраивает пока. Понятно. Ну, а, ну, допустим, смотря на рынок, да, ты торгуешь постоянно, следишь за новостями, что вообще, какие серьезные какие-то изменения, которые потрясли сильно там твою там торговлю или вообще мир, были сейчас и будет еще что-то серьезное, как ты думаешь? Ну, вообще тяжелым был прошлый год. То есть он был очень низковолатильный, то есть на рынке глобально ходили в боковике в таком широком. Вот была низкая падающая волатильность, у меня там за год всего около 10 годовых было за прошлый год. Да. К этому я был не готов, если честно, да. То есть роботы больше были под тренды заточены, да, под сильное движение. Я как бы не ожидал такой продолжительной низкой волатильности. Вот. Поэтому я сейчас немножко пересматриваю структуру своего портфеля алгоритмического. То есть у меня раньше была доля трендовых систем около 60% портфеля. Сейчас я планирую уменьшить ее до 30%. То есть как я хочу, 30% трендовых систем в портфеле, 30% контртрендовых и где-то 30-40% паттернов различных систем. Вот, чтобы уменьшить... Экспериментально, да? Постоянно, которые меняются, да? Нет, уже как бы отработанных, уже готовых. Ну, паттерны, это что? Ну, определенные изучные комбинации, вообще определенные... Под разные комбинации? Да, да. Mm-hmm. Определенные закономерности рынка, которые нельзя, ну, значит, отставать под тренды, либо не тренды. Mm-hmm. Нет, определенные паттерны использовать рынки. Вот. И по оценкам, знаете, должна быть более сглаженная, то есть меньше должна быть зависимость от трендов на рынке. Более стабильно. Сейчас, если будет происходить что-то типа прошлого года, то будет уже более стабильно. Да, мы по процессу должна быть ниже. С учетом того, что я инвестиционный портфель добавил, в целом по портфелю должна быть более стабильно. Ну, постоянный процесс заработки, оптимизации, где постоянно закручивают систему. То есть ты не относишься к тем трейдерам, которые работают на в одну сторону, и как в 2008 году был кризис, да, огромное количество трейдеров шлилось, да, потому что все шли вперед, вверх там, да. Uh-huh. Вот. Ты постоянно корректируешь, смотришь, то есть на любые движения рынка. Да, ну, я системы зарабатываю как на росте, так и на падении, да. А вот на боковике это уже гораздо сложнее заработать, когда ничего не движется, когда все идет вправо, график. Но тут уже надо поработать мозгами. Ну, отчасти тут и продажа опционов помогает. Позволяет зарабатывать на боковике. Ну, предстоящий процесс улучшения всего лучшего. Ну да. Сейчас я, в принципе, и к кризису готов. То есть на сильных движениях на кризисе самые большие деньги делают. Если ты по тренду стоишь, если ты правильно все делаешь, то... То есть ты можешь быстро перекинуться, да? Другой тренд. Если пошел кризис, да, то падение, да, ты сразу все как бы свои вот эти соотношения процентов 30-30-30, да, то есть кидаешь на. Нет, проценты фиксированы для лей. Да, просто они. Однако эта фаза рынка не будет сильно влиять на доходность своего портфеля. Средства не перекидываются на этот тренд или нет? Ну, нет, сигнал есть, опыт зашли, да, да. То есть, сигнал движения есть, они зашли. Ну да. Вот там не только трендовые, а что-то паттерны отрабатывают. То есть ты, в принципе, планируешь в ближайшие годы, да, то есть, ну, вообще нормально, да? Ну, вообще нормально, да. Хотелось бы еще нормально. Ну, если игры повторится кризисный год, да, то... Ну, так обычно, по истории, что повторяется. До 100 годовых, ну да, вообще стало циклично, то есть... Ну, год-два последний низкий волатильность, сейчас можно ожидать высокую волатильность. То есть я надеюсь, что они пропустили. Да? Самое время вкладываться, да? Ну да, по сути, да. То есть тут была вот шная такая просадка, боковик такой поехал. Сейчас я думаю, что волатильность придет и будет все зашибись. Надеюсь, конечно. Ну здорово. Тогда будет вообще красиво у тебя, да? Ну я надеюсь, посмотрим, как это все будет работать, но. Играли, то нет идеальной системы. Ну, да. В любом случае просадки они будут. Нет, ну идеально, не идеально, но показатель того, что ты работаешь на протяжении 4 лет открыто, да, то плюс, несмотря на то, что тяжелый год был прошлый, да, это уже о чем-то говорит. Да? Если это покажет себя открыто также, опять же, на работе с кризисом, то это вообще, я считаю, огонь. Это тоже надеюсь. Ну, понятно. Хорошо, а как вот все-таки, ну, вот, все вот это, вся вот эта тема, то есть каждый год же что-то новое добавляется, и вот в последнее время
криптовалюта, да, блокчейн, прошли нашу жизнь. О, опять криптовалюта. В время много об этом говорят, и также торгуются, да, тут биржи на криптовалюту, да. Да. И вообще что-то вот, в общем, об этом всем думаешь. Ну, в общем, думаю, что это аналогично МММ, как бы пирамида, по сути, да, то есть, когда такие доходности бывают по тысяче, несколько тысяч процентов, ну, в год и вообще за несколько лет, то это классический пузырь, да, как правило, такие вещи сбываются на как минимум 90% всегда. Ну, классическая пирамида, хайп, по сути, да. То есть, ну, я в этом не участвую сейчас. Я, по-моему, в 2013 году шортил биткоин, когда он был где-то около 600 баксов, и прокатил туда до 400. Ну, небольшую там копеечку срубил на этом, ну, как бы, и забыл, ушел, и как бы все. Но если бы я оставил шорты до сегодняшнего дня, то я влетел бы, конечно, не досидел бы. Вот. Ну, видишь, что 30 мне роботы неплохо приносят. То есть большой процент капитала я бы не рекомендовал туда. А если рассматривать роботов вот на бирже криптовалют? Ну, можно, да, но я думаю, что это краткосрочный момент, то есть пока перестроят туда роботов, там это может закончиться очень быстро. Потому что там в день валюта летает на по 30% вверх и вниз, да. То есть рухнуть это может очень быстро, обнулиться. Пока перестроят, там уже все может закончиться история. Но опять же, много тут денег не вложишь. То есть там и риск, соответственно, там, даже если будет система торговать, риск там будет практически 100%. Потому что там могут быть и гэбы большие, проскальзывания, и где-то не всегда, может быть, сделки будут открывать брокер. Поэтому... Ну, можно как-то сравнить вот, биржи криптовалют с опционной торговлей? Ну, можно. Можно купить как бы надежды с риском 1%, можно там заработать 2-3-5%, да? Ну, для меня это не очень интересно, да, потому что у меня роботы стабильно что-то приносят. Бывает там непонятно чем, неизвестно чем. Ну, как бы смысл особо я допил. В абсолюте в рублях я много на этом тоже не заработаю. При моем реплейнменте, да. Я туда не готов много денег вкладываться, и большого выхлопа там не будет. Так что вот. То есть ты как бы не рекомендуешь, да, вообще? По крайней мере, сейчас, при данной ситуации, которая есть. Вкладываться нет. Ну, торговать, наверное. Нет, торговать это одно. Это можно, если небольшим объемом капитала торговать, можно, да. Но покупать я точно не рекомендую. Можно шортить в долгосрочке. Шортанул и забыл. Держишь, что это все обесценится. Процентов на 90 на 80. А это скорее всего, да? 100%. А, 100%. Тут видишь, тут система это не совершила, там много рисков юридических и технических. Там могут видеть, что в любой стране запретить в любое время. Потому что альтернатива валютам, доллару, никому не выгодна. Любой центробанк заходит из этого. И в любом случае будет запрещать, пока капитализация небольшая всего этого рынка криптовалют. Как бы ничего страшного, но по мере ее роста будут с ней бороться 100%. А если криптовалюта полностью изменит нашу экономику? Каким образом? Ну, станет основной. Нет, технология, да, технология блокчейна, она будет трансформировать нашу экономику, мир, но это долгосрочный процесс. То есть, а криптовалюты, как будет сегодня, это вообще разные вещи. Это чисто спекулятивный инструмент. Если кто-то хочет разобраться во всей этой теме, надо сказать, что именно блокчейн, да? Ну да. То есть, смотря какая цель, опять же, технология, да, она будет развиваться, будет работать, но это не значит, что курсы биткоина будут расти еще там на 1000%. Кто-то говорит, что 10 тысяч будет через год. Ой, да, 10 тысяч долларов. Сомневаюсь. Нет, может быть все что угодно, но это потом все будет ноль в итоге. Будет потом какой-то новый вид криптовалюты, возможно, да, в какой-то уже эволюционной форме. Но пока в текущей форме я не вижу. Видишь, как это подается? Подается как какая-то мировая альтернатива резервной валюте, какой-то доллару, там, евро и так далее. Но не может быть валюта резервной, если у нее такая волатильность. Если она ходит по 30% в день туда-сюда. Если биткоин будет двигаться с меньшей волатильностью, чем доллар, тогда да, тогда выгодно там сберегать деньги, туда инвестировать и так далее. А инвесторы не знают, что будет дальше с этим биткоином. Как бы крупняк туда не пойдет, и был пищу. Это точно. Так что если вы хотите стабильную, да, торговлю и стабильные проценты, то нужно идти на проверенные, ну, да, проверенные рынки, проверенным трейдерам, проверенными системами.
А вот эти все движения, действительно, это как... Ну, так как казино. Да. Да? Угадаешь, не угадает. Да. Можно какой-нибудь, да, немножко? Насколько у вас железные яйца там неделя? Если вы профессиональный трейдер, вы можете попробовать спекулировать, да. Но большинству бы я, конечно, не рекомендовал бы этим заниматься. Потому что они не успеют вовремя отреагировать на решение движения. То есть тут, либо, тут только инвестировать, либо вверх, либо вниз. Uh-huh. То есть, скорее всего, вниз. Uh-huh. Чем вверх. Ну, понятно. Ну, что бы ты хотел еще рассказать вот, интересного о своей торговле, связанной с рынком, аудитории? Ну, что хочешь, что как бы интересно ты расскажу? Ну, я не знаю, что популярно, что люди как бы хотят видеть, когда инвестируют. Какие-то первые моменты инвестирования. Люди всегда хотят видеть большой процент без риска. Ну, что это нереально вообще-то нигде. То есть любые инвестиции, любой бизнес, он связан с риском, да? Развеять какие-то там, да? Да, то есть, ну, всегда, ну, в реальности риск равен доходности, верно. То есть, если там кто-то обещает 100% годовых, то риск 100% он рано или поздно реализуется, да? То есть управляющий может заявлять, что у него соотношение риска прибыль там 5 к 1, там 3 к 1. Но это может быть, да, сохраняться в течение там несколько лет. Но в долгосрочной перспективе лет там 10, 20, 30 в среднем у тебя будет доходность равна риску примерно. Это посмотреть только на известные там фонды, известных управляющих за рубежом, у которых equity уже там 30-50 лет, да, тот же фонд Билла Данна, например. То есть у него там бывают и большие просадки там по 40-50%. То есть, или тот же Баффет, он зарабатывает в среднем 18 годовых, а максимальные просадки у него были там по 60% в 2008 году. Казалось бы, гуру, да? Да. Ну, вот, соответственно. Поэтому надо понимать, прежде чем куда-то инвестировать, надо оценивать риски правильно. И больше, чем две ставки риска ожидать этого не стоит. То есть, ну, тогда получается, как выбрать, вот, я не знаю, пакет инвестирования или управляющего, как вот есть какие-то моменты, по каким критериям человеку, кто-то хочет инвестировать, выбирать? Ну, во-первых, конечно, какой-то публичный сейтмент должен быть, публичный результат торговли, там, публичный, заявлять, да. Голосовано, можно все что угодно, да. То есть, ну, как минимум года три должно быть публичная история, без честных просадок, скажем, не более 30%. То есть, если акцентировать, то есть, если вы хотите начать инвестировать, то вам нужно выбрать трейдера, инвестора, управляющего, того, у которого есть хотя бы 3 года публичной торговли. Ну, как минимум, да. Да? Ну, и, соответственно, где вы будете видеть весь стейтмент, да? Ну, еще вопрос, какая такая стратегия, да, то есть, и какие инструменты используют. Если это опционы, да, там бывают очень рискованные стратегии. Может там быстро все потерять, там могут быть и доходности. И какие риски, да? Смотреть на риски. Да, потому что если, допустим, трейдер или управляющий продает волатильность, продает опционы. А какие должны быть риски? Это все зависит от склонности к риску конкретно инвестора. Все от него зависит. Ну, ты же сам говоришь, что большинство хотят большой процент и... Ну да, ну, надо как бы умерить аппетиты свои и какой-то под себя подобрать максимальное соотношение, чтобы много... Ну, ну, это оптимально, какой риск? Не говоришь про тебя, а вообще предлагают все управляющие и... Ну, допустим, если мои инвесторы обычно берут риск от 20-30% в среднем, не больше, не меньше, такая вся. При этом, может, там оптимальная доходность будет там 40-60 годовых примерно в среднем. Да. Вот, поэтому больше риск, там уже будут большие просадки, по 50% выше, там уже будет сложно восстановиться. То есть, если ты потерял 50%, то, чтобы отыграться в ноль, надо уже 100% заработать, соответственно. И из таких просадок уже тяжело выходить. Лучше они будут 10-20%, там процентов 30 максимум. То есть, и на больше 100 годовых точно лучше не рассчитывать, потому что там риск все потерять, он очень большой. У нас есть такая штука, как бы я тем уже вспомнил, кстати, очень интересно. Я под эту информацию слышал, что огромное количество денег у людей лежат в банках и дома. И что они абсолютно практически никак не используются. Помощь только около 20 триллионов рублей на депозит. Да. Это вообще огромнейшие там деньги, просто нереально. И
и люди просто боятся что-то с ним делать. Ну да, это связано с тем, что низкая финансовая грамотность населения. Да. У них просто нет других инструментов, либо недвижимость, либо депозиты. Да, а получается, твоя альтернатива, то, что ты, допустим, делаешь, да, и управляющий, который, допустим, торгует роботами, да, и следят за всем этим делать, имея риск всего лишь там 23% максимального, да, 23%, можно сравнить, допустим, с той же инфляцией. Ну да. То есть если деньги лежат там в тех же банках или дома, сколько там инфляция составляет? Ну, депозиты инфляции не обыгрывают. Сейчас не обыгрывают. Там ставки 6-7% годовых. Да, что вы, грубо говоря, имеете риск там даже те же 10% в год. То есть ну, не да, риск, а вы реально не просто риск, вы теряете каждый год по 10% минимум. Да, какой-то да. То есть вот эти 20 триллионов, они с каждым годом на 10% становятся менее достоянием. Банки-то за это зарабатывают. Да, банки, наверное, зарабатывают. Они как? Они берут население под 7 годовых, складывают там надежные облигации, ну, ПЗшку там под 10, 15, 20 годовых. Без рисков, очень сильный риск. А какие там кайфуют на этом. Причем на облигациях. Несмотря на каких, если это надежные, там УФЗ, гособлигации, там рисков как бы особо нет. Угу. То есть, если держать до погашения, то государство в любом случае выплатит. Если даже не выплатит, он напечатает деньги, снова выплатит. А если это, если облигации там второго, третьего эшелона, там надо уже смотреть, там риски могут быть существенные, не платят особенности. Вообще риск облигаций 100%. То есть если дела фигово. Это второго, третьего эшелона. Да, это случай дефолта, что как бы не исключено. Вот, то можно как бы потерять все. А есть такие риски? Я таких нет, я в такие инструменты не инвестирую. Только в надежные стоп. Акции облигации первого эшелона. Там акции Сбербанка, Газпрома, там ОФЗ, все. Круто. Вот каждый раз, когда встречаешься, ты рассказываешь, что она вспоминаешь вот эту всю движуху, которую я проходил по торгам, там, все эти информации. Действительно очень круто. То есть как бы вот так вот взять и все вот эти вот деньги, которые люди заставят работать, да? Ну, возвращаясь за плоты населения, других инструментов не знаю, поскольку недвижимость и депозиты. А что недвижимость? Там тоже по ней ставки процентов 5-7 максимум годовых при аренде, при сдаче в аренду, да? Плюс там у тебя эти твои жильцы иногда убивают твою квартиру, там нужен какой-то периодический капремонт, восстановление квартиры. Плюс там какие-то возможные страховки. И ты должен этим заниматься. Да, и плюс надо учитывать, что у тебя не всегда надо будет сдаваться, будут периоды простоя, когда ты будешь искать людей в квартиру. Поэтому там доходность тоже небольшая будет, такой от 5 годовых, все еще хуже даже, чем даже родители. Ну да. Ну, в среднем 5 годовых. То есть это как плюс там налоги, да, ты еще платишь на недвижимость. Просто говорят, вот недвижимость, там у меня будет 15-20, люди говорят. Но по факту получается, да. Повезет, если она еще вырастет в цене. Но что не факт, как бы. Ну, в России, видишь, старичка высокая инфляция, а недвижимость она позволяет закеджироваться от инфляции, по сути. Поэтому население там и держит деньги, немалую долю. Но опять же она не всегда растет, что показывает там Америка, даже вот 2006 года кризис ипотечный у них был. Недвижимость там просела от 40 до 70%. Коммерческая еще больше прощала. Ну слушай, реально. Это миф, что недвижимость всегда растет. Миф, да. Может быть все что угодно. Реально? Именно в России и в Москве. То есть тоже цены сильно перегреты на недвижимость. Тоже там большой пузырь. Я вот сейчас сижу, с тобой общаюсь, мне прям, ну реально вот за 3,5 года, да, 250%. Это же вообще круто. Ну да, это если не выводить. Ну да. Да, то есть если снимать постоянно, то будет меньше гораздо. А сколько гораздо меньше? Так, ну сколько? Ну, где-то 200% будет, наверное. Примерно. Может быть, 180. Гораздо меньше. Без реинвестирования. Ну так уж не гораздо меньше. Я говорю, там 40-50 годовых в среднем выходит. Ну это вполне очень даже очень достойно. То есть человек, заработавший за свою жизнь определенное количество денег, спокойно может вложить, да, и жить на... Ну, то, что среднее между не потерять, да, и приумножить, это самая оптимальная стратегия. Что... Ну, слушай, а тебе надо начинать вести свой блог. На ютубе? В видеоформате, да. Потому что ты, то, что ты говоришь, рассказываешь, ты действительно делаешь очень полезную информацию. То есть ты обучаешь людей финансовой грамотности, доносишь за них. Ну, открываешь им глаза, по сути. То есть они теряют свои деньги, а ты рассказывай, показывай открыто,
свою деятельность, да? Угу. И считай, делаешь доброе дело. Не, ну я не против, я как бы всегда диалогу открыл. Да, если будут какие-то вопросы, то задавайте. Я всегда у них отвечу, мне не жалко. Ну ты же что-то пытался там выкладывать, да? То есть есть роликов там есть на твоем канале? Ну, немножко нет, но я как бы вообще особо не развиваю. То есть. У меня есть блог такой, где я там статьи выкладываю периодически, почаще. Ну так, а ты те же статьи, ты их в аудио, в видео формате забацаешь? Ну, можно, надо в принципе направление это развивать. То есть ты на сильно печатал, как бы, да? Потом взял это, на видео прочитал и в оптимизацию засунул расписание. Офигительно слева будет вся. А статьи ты пишешь сейчас достаточно, да? Ну, частенько выходит. Ну, либо я пишу, там, либо мой помощник пишет, да, там, ну, примерно в неделю 2-3 статьи выходит, то есть бывает. Да. Так что вот, дорогие друзья, уважаемые подписчики, зрители YouTube-канала, в скором времени Евгений Ворощихин будет регулярно вести свой видеоблог на YouTube. Ну, пока не обещаю, да, но в перспективе, конечно, надо этим заниматься. Я буду делиться огромным количеством информации. Ну, то есть, получается, вот можно зайти на его письменный, да, блог на alphaplan.ru, да, в описании по ссылочке, вот, посчитать. Ну и напоследок всем бы хотелось пожелать, что обычно желает управляющий трейдер. Главное не потерять свои деньги, да, то есть с умом инвестируйте, то есть не гонитесь за высокими доходностями, да, тогда ваши финансы будут более-менее безопасны. И, конечно, диверсифицируйте свои финансовые инструменты, не кладите яйца в одну корзину. Казалось бы банально, но на это многие теряют деньги, особенно не задумавшись, не разбираясь, да. То есть нужно иметь как ресурсивный, так и умеренно агрессивный инструмент разный. Да. Ну, я думаю, что у нас сколько, 25 минут, грубо говоря, у нас вышло интервью. А, получилось, мне кажется, оно такое очень легкое, но без такой какой-то там серьезных углублений куда-то, да. Ну, как раз, в принципе, для вас, уважаемые зрители. Вот. Но поскольку я сейчас планирую быть какое-то время в Екатеринбурге, то я думаю, мы еще несколько раз встретимся. Да? Вот, плюсом я, может быть, помогу Жене все-таки начать вести его блог. Вот, так что инвестирование очень популярно. Кстати, я тут узнал такую штуку, что самое популярное в интернете люди ищут. Про заработок куда вложить? 90%. Стараешься? 90%. Так что, в общем, тема крутая, интересная. Я буду вести, продолжать. Делиться с вами очень интересными разными направлениями инвестирования, сохранение приумножения средств, заработка и так далее. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии, задавайте вопросы. Я и по этой тематике Женя тоже на них с удовольствием ответит. Все, всем пока. Счастливо.